Переросшие огурцы не только в горчичной заливке вкусны, но и они очень полезны. Добрый день, меня зовут Валентина. Я сегодня хочу речь повести о переросших огурцах. Можно приготовить огурцы в горчичной заливке, не менее будет вкусно, чем с обычных зелененьких огурцов. И хочу рассказать об очень хорошем эффективном средстве от камней в почках, от песка в почках. Отличное средство, которое 100% помогает. Рецептов в интернете очень много, но я хочу рассказать вам свой проверенный вариант огурцы в горчичной заливке. Из 2 килограмм получается вот 2 литра. Давайте готовить. Берем 2 килограмма огурцов. Без разницы каких, какой, любой формы. Берем огурцы, отрезаем попки и делим на 4 части. И складываем их в миску, большую миску или тазик. Огурцы наши подготовлены, специи наши подготовлены. Начинаем по порядку высыпать. Сахар 100 грамм. Соль 1,5 ложки столовой. Горчица 1 столовая ложка. Перец черный молотый 1 столовая ложка. Чеснок 1 столовая ложка потертого чеснока. Уксус 9% 1 чайная ложка к 7. Масло растительное 5 столовых ложек. Все перемешиваем. Перемешали и оставляем в таком вот состоянии на 3, можно 4 часа. Пусть даст сок и постоянно перемешиваем. Конечно, допустили. Грузинские власти насчитали 60 миллионов долларов. Оппозиция утверждает, хвалит. Это факт. В Российском Союзе тоже. В Грузию ехали за природой, культурой, кухней, винами. Но все это есть в Армении и огурчики наши готовы, и вы их скушаете, даже не пуская еще в подвал или ставя их в холодильник. До того они вкусные, делайте их побольше, потому что я всегда переросшим огурцам нахожу применение. Так же, как можно их и заливать, и салаты делать всевозможные. Но они очень даже хороши, вот эти огурцы огромные, где хорошие здесь семечки. Вот я сейчас разрежу, посмотрим. Я их всегда оставляю для лечения. Вот смотрите, разрезанный огурец, и там столько много семечек. Вытаскиваем эти семечки. Через дуршлаг их пропускаем. Вон их сколько много, этих семечек. Вот этого вот огурца, который я почистила, я применяю в настоях. В целях даже профилактики. Лечение провожу один раз в год. Именно огурцами, когда вот переросшие эти огурцы. Сейчас я вот эти семечки промою под струей воды. А с этого можно сделать начиночку, сделать можно фарш здесь, да все что угодно. Или же покрошить для салата. Вот этих семечек от огурца вместе даже с мякотью я буду принимать в течение дня. Беру стакан горячей воды, добавляю десертную ложку меда, растворяю. И добавляю семечки огурца с мякотью прямо. Это получается здесь 2 десертных ложки. Этого достаточно на стакан воды. И настоять где-то 2-3 часа. И принимать вот этот настой в течение дня, промежутка между приемами пищи. Он приятный, такой охладится, он будет очень вкусный. Он не только камни лечит и песок с почек, и многие другие болезни. Вот это семена из более перезрелых сортов огурцов, которые уже лежат вот на грядке, желтые. Я почистила, промыла под проточной водой. Просушила и поджарила слегка в сковородке. Рецепт. 1 стакан
вот этих семян заливаю 1 литром кипятка. Настаиваю 3 часа, потом процеживаю и добавляю 2 или можно 3 даже столовые ложки меда. Настой выпивать нужно в течение дня в промежутках между приемами пищи. Этот напиток растворяет камни и выводит из почек песок. Лечение проводить нужно обязательно, хотя бы 1 раз в год. Но если есть такая возможность, почему бы и не сделать такую процедуру и 2 раза в год. А вот этот уже настой у меня настоялся. Смотрите, какой он красивый цвет. Он очень приятный. Не думайте, что он невкусный. Вкусный. Действует этот напиток как мочегонное. Поэтому пейте на здоровье. Вот такая коробочка у меня лежит всегда в сумке. Здесь семя не только огурца, но есть семя и дыни. Я просто их лузгаю как семечки для профилактики организма. Так что вы можете мою идею эту взять на вооружение и всегда носить с собой.